Вот она, Москва, наша родная, любимая столица, ныне суровая и неприступная, сетью проволочных заграждений, баррикадами, противотанковыми надолбами покрылись улицы города. Плечом к плечу на защиту великой столицы стали русские, украинцы, узбеки, грузины и рядом с ними сыны Киргизии и Казахстана, бойцы 316-й стрелковой дивизии. Они понимали, что границы их далеких республик проходят сегодня здесь, под Москвой. Дивизии, выполняя сталинский план разгрома немецких армий, давал задание своим подразделениям. Бойцы заняли поселок Н. Обер-лейтенант господин Рутнер даже не успел пообедать. Вот слева его чугунок, а вот и он сам.
никогда не забудут бойцы-казахстанцы, как хозяйничали немцы в подмосковных деревнях. Никогда не забудут и никогда не простят. Не так страшен черт, как его малюют. Минутный отдых, буквально минутный. Комиссар дивизии Сергей Александрович Егоров приветствует новых членов партии. Манапал Пызбаева и Чабара Сидгалева. На какую-то секунду все забыли о тяжестях войны. Звуки песни, знакомой и близкой с самого детства, напомнили о доме, о семьях, о родной, далекой земле. Казахстан огромный, он больше Европы. В недрах его гор таятся все богатства земли. Его луга могут вместить 150 миллионов рогатого скота, накормить народы всего Советского Союза. С первых же дней войны вместе со всей страной Казахстан встал на боевую вахту. Все для фронта, все для победы над врагом. Шахты, на фабрики, на заводы, в самые далекие уголки республики доносятся раскаты фронтовых залпов. И в ответ на призыв с линии боя миллионы тонн угля дает Карагандинский бассейн. Заводы Чимкента, Лениногорска и Ридера под выплавку металла трое. Каждая смена имени Сталина. Невиданные стахановские сроки развернулась военная промышленность. Пушки, снаряды, миллионы снарядов. Боевые подарки нашим боевым артиллеристам, танкистам и летчикам. Декабря вместе с другими частями фронта бойцы казахстанской дивизии рванулись на запад. День и ночь громили наши полки отступающие части противника. Как мыльный пузырь лопнул миф
о непобедимости немецкой армии. Населением занимают части Красной Армии. Весь мир с восторгом следит за победным шествием наших корпусов, за невиданной храбростью советского воина. Весь мир говорит о доблести 28 героев 8-й гвардейской. Защищая Москву, они остановили наступление 50 фашистских танков. 50 бронированных чудовищ попятились перед железным заслоном 28 советских людей. Их священные имена будут передаваться из поколения в поколение, как символ преданности Родине, как вершина человеческой богатырской силы. Вечная вам память, герои! Решением правительства и ставки Верховного Главного Командования 316-я стрелковая дивизия, состоящая из казахстанцев, ваших родных и близких людей, за образцы мужества, отвагу, дисциплину и организованность в борьбе с бандами насильников и убийц гитлеровскими захватчиками награждена боевым орденом Красного Знамени и ей присвоено почетное и гордое звание 8-й гвардейской стрелковой дивизии. В сообщении сегодняшнем говорится, только в боях за населенный пункт В части орденоносной 8-й гвардейской дивизии разгромили и уничтожили до 150 фашистских танков, до 20 тысяч солдат и офицеров, до 40 машин и тягачей с боеприпасами. Отвечая на победы Красной Армии, Казахстан широко развернул знамя социалистического соревнования. Предприятия пищевой промышленности, поздравляя новых гвардейцев, готовили им замечательные подарки. Всем, чем богата республика,
всем, чем можно порадовать бойца, все это готовилось к отправке на передовые позиции. Конечно, в первую очередь папиросы. Гвардейские, значит, самые лучшие. Лучшие кондитерские фабрики были заняты приготовлением своих вкусных изделий. Колхоз «Луч Востока» посылал гвардейцам свои самые ароматные, самые вина. Пейте, дорогие земляки, пейте на здоровье.